Ровно год назад на интернет-портале «Карты жителя Самарской области» стала доступна подача заявки на получение карты. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Онлайн-подача стартовала 17 января 2022 года. Для того, чтобы подать заявку, нужно нажать на кнопку «Получить» на главной странице интернет-портала в разделе «Возможности карты», авторизоваться с помощью госуслуг, после чего откроется форма онлайн-заявки, которую необходимо заполнить. На текущий момент в регионе подано уже более 41 000 заявлений на получение карты жителя Самарской области. Специалисты Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары осуществляют надзор за деятельностью опекунов и попечителей. Ежегодно до 1 февраля сотрудники районных отделов опеки ведут прием отчетных документов от приемных родителей и патронатных воспитателей об управлении имуществом подопечных. Эта процедура является обязательной к исполнению, так как позволяет специалистам органов опеки не допустить нарушения прав детей и в случае необходимости своевременно принять меры к их защите. Телеграм-канал администрации Красноглинского района информирует, как правильно сдать хвойное дерево на переработку после новогодних праздников. Итак, снимайте с деревьев мишуру, игрушки, ткань и целлофан. Убедитесь, что на елке не осталось никаких украшений. Если вы заранее упаковали дерево в ткань или целлофан, тогда освободите его от упаковочного материала. Оставьте дерево рядом с контейнерной площадкой либо в отсеке для крупногабаритных отходов. Рекоператор по вывозу ТКО определит маршрут и отдельной специальной техникой заберет елку на переработку. Сбор новогодних деревьев продлится до конца января.